Доброе утро всем. Сегодня я покажу немного то, что тут строил муж всю зиму. Вот, извините, конечно, но здесь стройка, поэтому такой бардак. И, ну, сами знаете, если строительство, то это грязь и все прочее. Вот такая яма. Как вы думаете, что это? Вот такая яма с окошком. Ну, даже с полочкой, не с окошком. Ну, я думаю, что многие догадались, но многие, конечно, в недоумении, что это такое. Поэтому я не буду говорить, что это. А напишите в комментариях. Ну, а я обязательно всем отвечу. А муж ее строил практически всю зиму. Копал. По осени делал вот этот навес, а потом выкапывал. Кстати, мне для грядок нашел вот такие два камня для огорода. Куда я их использую, я пока не знаю, но, скорее всего, сделаю еще одну горку. Так что вот, пишите в комментариях, что это такое.